Мы живем в самом прекрасном городе, и все остальные города нам завидуют. Ведь именно мы убираемся в квартире один раз в месяц. Только наши школьники ловят синиц мусорными ведрами. Это мы едим на морозе мороженое, чтобы заболеть и не ходить в школу. Это у наших учеников после затяжки сигареты 2×2=5, а после выпивки пива квадрат гипотенузы равен квадрату гипотенузы. Именно наши геймеры почитают не кладоискателей, а квадоискателей. И постоянно квакают. Мы гордо называем свой город Новосибирск, а москвичи завистливо говорят НСК. Но все-таки он наш пока. Наш НСК. И снова горячий ад. Бррр. А тут холодно. Именно здесь уже почти прописался гость из Бердска Илья. Так, это я. А вот это... Это кто? Ты чё, дебил? Ты чё, карандаш куришь, а? Что это у тебя за хрень на башке, а? Я ещё жёлтого есть, гуляш, гуляш. Ты откуда вообще взялся? Перевер! О, а вот и мой придурок. Так. Чё это тут у тебя, а? Пить! Да сейчас, сейчас новый директор придёт, я тебе... Десятая гимназия. Именно сюда недавно вернулись весьма старательные и прилежные ученики Пухов и Варнавский. Что вы думаешь, Олег Александрович? Ай, да как же они не думать, Илья Борисович, покуда попечительские взносы такие большие? Вот так выглядит типичное скромное жилище в Новосибирске. Именно здесь. По адресу улица Революции, 6, помойка, проживают самые обыкновенные новосибирские бомжи. Яма и таракан. Чё-то не получается. Не могу больше, яма. Кран испортился. Кран засох, яма. Не получается. Ну нахрен. Чтоб с говно! Толчковка, ну в жопу! А это чё товаром взял? Что такое? Ты быдло в нас кидаешь, ёма! Мы сегодня, ёма, что такое? Так, ёма, ты... Идиот, позвони, чтоб зачистили. Из нас снова выселять! Как так? Хрен ты нас выселишь, я понял! Что за фигня? Вот говно, сеть не ловит. Что это? Да. О, как здесь, ёлка, круто! Иди, вот, симку купите, да, да? Пижак, ёма! Ну, давай, давай выпьем! За КПК, за находку! Да, за этого! Идиота! Лоха нового русского! Короче, я предлагаю первый тост за КПК. Да, второй тост за этого, ну, придурка лоха нового русского.
последний, наконец, за 2009 год, да. А, с новым... С Новым годом тебя, тараканы! Твой праздник будет и на помойке. После первой и второй перерывчик небольшой. Да. Все хорошо, мозга. Ой, сейчас самое то. Надо музло брать. Да. А вот и еще один человек, весело встречающий Новый год. Апостол прохладного пива Илья Рябинок. Спонсор показа Туборг. Спонсор показа Доктор Дизель. Спонсор показа... в общем, много спонсоров показа. Экономический кризис пагубно влияет на все слои населения, в том числе и на этих двух молодых людей, Игоря и Александра. Так, чё это? Нет. Саня, а похмелиться надо, не хватает, сопки. Ага. 100 рублей, сок, представляешь, не хватает. Образованные люди. Я ещё ножик взял, чтобы бутылку откупорить. Да. Слушай. У меня идея есть. Какая? Что если гопниками стать, а? Гопниками? Ну видишь, они тюремные, тюремное происхождение имеют. Из тюрьмы, так сказать. Дабы не повредить людей. А давай мы будем только... Культурными, да, гопниками. Да. Только... Давай. Погнали. О, батка. Здорово. Здравствуйте, извините, у вас так 100 рублей не найдется. Ну, понимаете, мы хотели бы так, чтобы вас не поранить, чтобы не причинить вреда нашему здоровью. Дабы вас ножом не пронзить случайно. Да, пожалуйста, отдайте нам ваши... Ибо нам не хватает... Деньги. Наш организм опохмелить, у нас зависимость есть, понимаете? Эх, не катит. Эх, что-то не то. Я пробовал и так уже, и вот так. Ну ладно, будем это, будем обучаться обществу. Теперь мы горячие, обалденные пацаны. Вот. Да, да, пошли.
крышу. Сына! Я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться